Итак, начинаем первый ход. Приоритет Роланда набрать 5 улик. Поэтому Роланд у нас, имея скорость 4, поедет в Винсмут. Раз, два, три, четыре. И остановится на улицах побережья. За это он заплатит $1. А Агнес с четвертой скоростью тоже пойдет собирать улики. Или вы знаете, наверное, все-таки Агнес лучше пойти купить заклинание в начале какой-нибудь боевой. Думаю, боевое заклинание ей поможет. Так, четвертая скорость. Ей надо добраться до магазина старой волшбы. Четвертая скорость. Раз, два. Так, давайте-ка тогда, куда мы пойдем? Давайте в дом ведьм. Так, раз, два, три, четыре. Здесь она получит улику. И далее вступает в контакт. Роланд у нас в контакт не вступает. Так, дом ведьмы. Пройдите проверку воли с модификатором -2. Если вы проходите, вы узнаете древнее заклинание в своих снах. Вытяните одно заклинание. Если вы не проходите, вы теряете половину своих вещей. Сбросьте половину вещей на ваш выбор, округленных вниз. Так, воля -2. Ну, воля у нас 0, мы пройти не можем. Поэтому сбрасываем половину вещей. Сбрасываем порошок и нахождение врат. Или нет? Нахождение врат может пригодиться, наверное, все-таки. Тогда нахождение врат оставляем. Сбрасываем тогда порошок и... Да елки-палки, даже не знаю, что сбросить. Все вещи такие хорошие. Так, давайте тогда будем сбрасывать улики. Так, первая улика. О, мы прошли. Так, ценой в одну улику мы получаем заклинание. Не зря мы пошли сюда. Ух ты, заговорить оружие. Оно может пригодиться в комбинации с Томми. Так. Далее фаза мифа. Вытягиваем карту. О, портал открывается в доме ведьм. Так, новый жетон на трек безысходности. Давайте посмотрим, куда засосет. В рельех. Ух ты. Все. Тебя засосала опасная пучина. Мама тебя не будет ждать. Так, и улика в черной пещере. И что-то очень нехорошее происходит на улицах верхней части города. Так. А, это пригород. Переводчик от Бога. На улицах пригорода что-то ужасное происходит. Так, хтонец не передвигается. Давайте посмотрим, если передвинется наш новый монстр. О, красавчик, Гаст. Круг двигается, выходит на улицу. И что же у нас происходит в пригороде? Сыщики, которые заканчивают свое движение на улицах пригорода, могут вытянуть две уникальные вещи и купить одну, не одной или обе по указанной цене, сбросив все, которые не куплены.
Хорошая карта. Так, и вот на этом наш первый ход заканчивается.